Давайте разберем эту песню. Итак, аккорды стандартные. Тут, наверное, больше сложностей с боем возникнут, потому что он довольно своеобразный. Давайте сначала бой разберем, потом уже с аккордами разберемся. Давайте, чтобы аккорд звучал, поставим АМ, да, на второй струне первый лад, на третьей, четвертой струне второй лад. Вот, если просто бой играть пока без дополнительных аккордов, будет вот так звучать. Вот давайте сначала его выучим. Итак, как мы тут играем? Тут легче использовать указательный и большой палец. В общем, так будет полегче. Можешь, конечно, рукой играть вместо указательного, но так посложнее. В общем, рекомендую сначала научиться большим и указательным играть. Поехали. Поставили АМ. Играем большим пальцем вниз, указательным пальцем вверх. Глушим. Да, вот, ну, глушим и проводим вниз, да, и сразу накрываем. То есть вот так получается. Итак, давайте еще раз. Большим вниз, указательным вверх, глушим. Теперь играем указательным вверх, указательным вниз, большим вниз, указательным вверх и глушим. Получается вот так вот, вторая часть. Да, указательным вверх, указательным вниз, большим вниз, указательным вверх. И глушим. Если все склеить, получается вот так. И теперь, ну вот, если один и тот же аккорд мы играем, то мы просто играем вторую часть постоянно. То есть только вначале начинаем вниз, вверх, глушим. И теперь постоянно играем вверх, вниз, вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вниз, вверх. Да, вот аккорд сейчас поменяю на F. Вот когда поменял аккорд, то, соответственно, я опять играю вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вниз, вверх, глушим и так далее. То есть, когда меняется аккорд, то мы начинаем уже играть вот эту часть. Да, даже не то, что как бы играем по-другому, просто в конце аккорда чуть-чуть не доигрываем, и, соответственно, остальную часть мы переносим на следующий аккорд. Ну, сейчас будет понятно. Вот главное, научитесь именно один аккорд вот так играть. Итак, поехали. Как мы тут играем? Ставим АМ. Играем. Вниз, вверх. Так, дайте еще.
еще раз. Большим вниз, указательным вверх, глушим. Теперь указательным вверх, указательным вниз. И вот теперь у нас меняется аккорд. Был АМ, теперь АМ со второй стороной открытый. И вот как раз мы играем, да, вот у нас поменялся аккорд. Играем опять большим пальцем вниз, указательным вверх, глушим. То есть, видите, вот этот цикл, да, из четырех движений, он постоянный. Но когда меняется аккорд, то разрывается пополам. Надеюсь, что понятно объяснил. Давайте еще раз. Вот поставили АМ, да? В самом начале мы начинаем вниз, вверх, глушим. Теперь играем вверх, указательным вниз. Меняем аккорд, когда у нас вторая струна открытая. Играем большим вниз, указательным вверх, глушим. Опять указательным вверх, указательным вниз. Меняем аккорд на второй струне, первый лад ставим. И опять играем вниз, вверх, ну и так далее. То есть получается вот так. Да, вот теперь нужно так научиться. Еще раз помедленнее покажу, да, все вместе. Поставили АМ, играем вниз, вверх, глушим. Играем вверх, вниз. Поднимаем палец со второй струны, убираем палец. Играем вниз, вверх, глушим. Вверх, вниз. Возвращаем палец. Играем вниз, вверх, глушим. Ну и так далее. Пальцем чуть-чуть сыграл. Давайте еще раз попробую помедленнее сыграть. Тут еще вот именно в этом моменте можно так объяснить, что мы играем вот такой бой получается. Вот, давайте именно в АМ так разберем. Вообще это не совсем правильно, потому что когда аккорды меняются, там чуть-чуть по-другому это все будет. Ну, вот именно сейчас в АМ я объясню так. Смотрите, вот ставим АМ. Тут мы играем большим пальцем вниз, указательным вверх, глушим. И теперь указательным играем вверх-вниз. Все. Теперь то же самое делаем, только вторая струна открытая. То есть большим пальцем вниз, указательным вверх, глушим, указательным вверх-вниз. И начинаем. Опять ставим на второй струне первый лад и заново. То есть вот должно получиться вот так. Это не совсем правильно, потому что когда аккорд дольше играется, то уже это правило не работает. То есть там уже, соответственно, нужно именно уметь полный цикл играть, то есть вот так. Ну, это именно чтобы научиться вот так переходить. Итак, ну, в общем, давайте вернемся к самой песне. То есть, получается, мы играем АМ так, да? Потом вторая открыта, потом возвращаем. Вот, то есть у нас получается на второй струне первый лад, теперь на второй струне 0, на второй струне 1. Вот мы доиграли, да, этим боем на второй струне 1. Теперь мы приподнимаем с третьей и четвертой струны пальцы и играем такой бой. Вниз-вверх-вниз, вниз-вверх-вниз. То есть получается вот так. Если все склеить, получается вот так. Теперь ставим обратно пальцы на третьей, четвертой струне, второй лад и бьем просто вниз. Вот весь аккорд АМ получается вот так. Дайте еще раз. Тут начинается текст.
И тут мы уже ставим аккорд G. G ставим в виде барре. Это барре на третьем ладу, на третьей струне четвертый лад, на четвертой и пятой струне пятый лад. Тут, как мы играем? Ну, бой тот же самый. Только тут уже как раз полный цикл идет. То есть мы играем вниз, вверх, глушим, указательным вверх, вниз, большим, вниз, указательным вверх, глушим. И еще раз указательным вверх, вниз, большим, вниз, указательным вверх, глушим. И в конце играем вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Все вместе получается вот так. Чуть вам, по-моему, неправильно сказал сейчас. Да, там еще есть вверх-вниз одно движение. Давайте еще раз попробую медленно весь G рассказать. То есть мы играем большим вниз, указательным вверх, глушим. Указательным вверх-вниз, большим вниз, указательным вверх, глушим. Опять указательным вверх-вниз. Большим вниз, указательным вверх, глушим. Играем теперь вверх, вниз. И теперь вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Давайте медленно еще раз сыграем. Да. Теперь ставим АМ. АМ мы играем. Так, большим вниз, указательным вверх, глушим, указательным вверх, вниз, большим вниз, указательным вверх, глушим и указательным вверх, вниз. А АМ получается играем так. Теперь ставим аккорд F. Это как G на первом ладу только. Да? Ну давайте быстренько скажу. Барре на первом ладу, на третьей струне второй лад, на четвертой и пятой струне третий лад. F мы играем большим вниз, указательным вверх, глушим и указательным вверх, вниз. И все. И теперь ставим G и играем точно так же, как уже играли ранее. Получается вот так. Так играется куплет. Так, соответственно, весь куплет играется. В конце только, когда переходим на припев, мы играем вниз, вниз, вверх 4 раза. И припев мы играем практически те же аккорды, только уже по 4 раза. То есть получается вот так. Большим вниз, указательным вверх, глушим. Теперь играем вверх, вниз, вниз, вверх, глушим вверх. Ну, бой понятен, да, он один и тот же. Давайте просто медленно сыграю, чтобы так одно и то же не говорить. Вот, получается, сколько раз мы играем. Да, давайте еще раз помедленнее. Вот, получается вот так. В припеве аккорды АМ, потом F идет, по длительности все одинаковые. То есть получается, да, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. То же самое аккорд G. И последний ЕМ на пятой и четвертой струне, второй лад. Все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.